Мы установили стенд со скакалками, где каждый желающий может взять для себя подходящую по длине скакалку и попрыгать. Такая идея Максима Костандова посетила во время собственных тренировок. Когда челябинец упражнялся на свежем воздухе, к нему часто обращались с просьбой позаимствовать скакалку. С одной стороны, хочется дать другим людям возможность тоже позаниматься, но с другой стороны, у нас время ограничено, и мы решили сделать стенд, чтобы люди могли автономно, без нашего участия, этим заниматься, и, соответственно, это, ну, очень востребовано оказалось. Именно здесь, на Алампуле, Максим тренируется чаще всего. Это место выбрал и для своего благотворительного стенда. В центре города высокая проходимость, значит, и бесплатные скакалки будут пользоваться популярностью. Были опасения, что спортинвентарь начнет пропадать. Однако за неделю ни одного случая кражи. Тут контингент такой, что она должна простоять, ну, долго, по моим предположениям. Хотя в комментариях люди очень скептически к этому относились. Пока я вынужден их разочаровать. Челябинцы от внезапной спортивной поддержки в восторге. Я считаю, что очень хорошо. Я пришла с внучкой, она уже попрыгала. Смотрю, дети подходят с мамами. Мамы прыгают, дочки прыгают. Все вешают на место. Это пилотный проект. Если он себя оправдает, Максим готов установить такие стенды и на других тренажерных площадках города. Инна Львошина, Вячеслав Ватутин, Владимир Котегов. Урал-1.